Дорога в школу на ощупь и без знаков. Традиционно перед началом нового учебного года Народный фронт Чувашии оценил состояние улиц и дорог вблизи образовательных учреждений. В начале августа Народный фронт Чувашии провел опрос среди жителей республики и выяснил, что основные проблемы заключаются в отсутствии или плохой видимости дорожных знаков и разметок, а также недостаточности освещения вблизи школ. Активисты и эксперты провели рейды в отдаленных от столицы районах. Много проблем обнаружили в Алаторском. С требованием устранить все проблемы активисты уже обратились в муниципалитеты, а также в прокуратуру, чтобы обеспечить безопасность детей. Нет разметок, не указаны переходы, не указаны, где дети должны переходить. Также дороги, прилегающие к школе, желают лучшего состояния. Большие выбоины. Есть также деревья, которые переросли и наклонились над проезжей и на подхожей частью. Это угрожает жизни и здоровью и детям, и гражданам.